Развитие науки и высоких технологий определено президентом страны вопросом национальной безопасности. Главная задача – превратить существующие исследовательские заделы в успешный коммерческий продукт, а также максимально сократить время, которое тратится на внедрение разработок в реальное производство. Это удается рязанским ученым. Лучших наградили сегодня в правительстве области главной наградой научной сферы региона – премии академика Уткина. Важнейшее условие – наука и система образования должны быть тесно взаимосвязаны и интегрированы с реальной экономикой. Только тогда будет эффект. Мы гордимся тем, что в нашем регионе живут и трудятся такие, как вы, талантливые, энергичные люди. Преобразовать солнечную энергию в электрический ток, попросту говоря, укротить солнце, смогли специалисты из рязанского завода металлокерамических приборов. Сегодня они получили награду за разработку и запуск в производство солнечных модулей на основе кристаллического кремния. Серийного производства солнечных модулей, так называемых, с кристаллического кремния, который преобразует солнечную энергию непосредственно в электрический ток. И с помощью нее можно, так сказать, запитывать различные потребители, отдавать ее в сеть, автономные объекты питать, ну и так далее. Солнечные киловатты энергии, как известно, дешевле, чем газовые. А получение такой премии отмечают ученые. Это не только оценка большого труда научного коллектива, но и стимул к дальнейшей работе над новыми проектами. Отрасль стремительно развивается, поэтому здесь, так сказать, никакого тупика нету. Очень стремительно развивается и в мире, и в России. И соответствующие законы, стимулирующие, принимаются. Поэтому здесь останавливаться совершенно нельзя. Из награжденных сегодня и коллектив приборного завода. Специалисты получили премию за разработку и промышленное освоение лазерной системы наведения высокоточного оружия. Система формирует лазерный луч, который управляет ракетой и наводит ее на цель. На сегодняшний день изготовлено уже более 200 комплектов. Разработка поставлена на основной ударный вертолет вооруженных сил страны – К-52 «Аллигатор». По этой лазерно-оптической тематике сейчас у нас еще дополнительно появилась дальнометрия, то есть лазерные дальномеры мы разрабатываем, и лазерная локация. Лазерная локация очень новая, но тоже новая неосвоенная тема. Это безопасность полета вертолетов на низкой высоте, обнаружение всяких проводов, то есть тех, которые не радар, невидимо, их не видно. С помощью лазерной локации позволит это определить и обеспечить безопасность полетов. Сегодня новые разработки создаются на многих площадках рязанских вузов и предприятий. А всех, кто занимается инновационной деятельностью, власти региона призывают обращаться за помощью в соответствующие организации. Очень много реально талантливых ребят, которые уже свои разработки внедряют, продают, которые коммерциализируют. И вот это все надо просто вот собрать, как-то вот систематизировать для нас в наших представлениях и понять, какую поддержку еще в дальнейшем надо оказывать таким инновационным предприятиям, нашим образовательным учреждениям и всем, кто этим занимается.